Куда ж вы приперлись, убогие? Чтоб вы себе знали, Одесса во все времена давала просраться оккупантам и тварям. Аркадия, Моречка, Тюлечка, Помидорки, Акация, Дерибасовская, оперный театр. Все самое красивое надеваем сразу. Для покушать и погулять, для порадоваться. Но это для своих, для гостей, для тех, кто приехал с добром и улыбкой к нам, одесситам, в нашу украинскую Одессу. И скажу вам, как коренная одесситка, по секрету, только вам, гнидам руснявым, русский военный корабль, идите нахуй! Русские нацисты, идите нахуй! Русские твари, идите нахуй! Вам здесь не рады. Для вас здесь байрактары и джавелины, танки и артиллерия, коктейли Молотова и ярость всех одесситов. Все пляжи заминированы. Попробуйте высадиться на берег, добавите работы нашим дворникам, которые соберут в пакетики то, что от вас останется. В общем-то, понятно, что у нас оружия столько, что вам и не снилось. И весь мир за нас. Но главное, мы знаем, за что мы воюем. За Одессу-маму, за Неньку Украину, за право жить по-человечески, так, как мы сами считаем нужным. А вы-то за что? За плешивое хуйло, которое срется от страха, сидя в бункере? За своих олигархов, их яхты, их блядей? Серьезно? Идите домой, пиздуйте и уебуйте. И чем скорее, тем лучше для вас. Может, хоть живы останетесь. Мужики, для истории! Русский корабль! Иди нахуй! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Мы ворога! Этот народ не победить!